Всем привет, с вами Юля на канале Суккулентностные, и сегодня я, как и обещала, выкладываю видео, ну, снимаю видео про посадку хавортий. Это вот хавортии из предыдущего видео. Сейчас я буду сажать. Как я говорила, собственно говоря, горшочки выбрала на вырост. Вот такие вот здесь 9 или 10 сантиметровые для трех штучек, те, что побольше. И маленькие горшочки нашла 6-сантиметровый под вот эту вот мелюзгу. Так, что касается грунта. Грунт у меня будет преимущественно каменистый. Тут в основе лежит у меня личуза. Еще добавлен циолит. Он там внизу, где-то в одинаковых пропорциях. Где-то по 3 части циолита и по 3 части личузы. И по одной части еще дополнительно гравия. Где-то вот такой вот фракции, где-то около 5 миллиметров. И диатомит. В каменистых грунтах хорошо растет хавортия, вот такая вот, с такими мощными корешочками. Но я еще все равно добавлю немножко, уже у меня готовая тут мешанина под эхиверии, там седмы и подобные такие суккуленты. Здесь у меня земелечка, универсальный грунт. Перлит, циолит, тот же самый диатомит, уголь и немножко еще кирпича, у меня здесь кирпичные крошки. В эту смесь я добавлю примерно столько же, сколько и циолита, и гравия, и диатомита, то есть это две части. 3 циолита, 3 личузы, 1 гравий, 1 диатомит и 2 части торфяного. Так, в общем, после перемешивания получается вот такая вот смесь. Очень рыхлая. Конечно, можно сажать и вот в такую. Но мне больше нравится, как растут хавортии именно в таком каменистом грунте, потому что они такие становятся более коренастые. Корни более сильные, руки не из того места, но растут они, безусловно, медленнее. Что ж, приступим к посадке. Конечно, желательно бы вложить дренаж, но у меня его нет, все заканчивается. И придется вот без дренажа. Конечно, горшочек немножко крупноват, но в целом, я это называю на вырост, сойдет. Ну и вот, в общем-то, готово. Нехитрое это дело. Поливать я сразу их не буду. Через парочку дней. Так, продолжим.
Вот, в общем-то, все готово. Всех посадила. Ну, вот это, конечно, очень красивая хавортия. Все они красивые. Вообще, я их сейчас поставлю в теплицу. Ну, не в маленькую тепличку, а в большую теплицу, но в притенение, скажем так. Они у меня будут стоять под столом, потому что на ярком солнышке они просто сгорят. А под столом там, в принципе, будет очень комфортно, как мне кажется. И я вот думаю, на этом, в общем-то, все. В общем, вот в такой грунт я сажаю хавортии. Думаю, через какое-то время снять обязательно видео, как они изменились, вот эти хавортии, чтобы вы посмотрели. И я для себя заодно запечатлю. Ну, а на сегодня все. Благодарю за просмотр. Пока-пока.